печатать должны. Работайте под вытяжкой. Есть такой материал, как алюминий. На это лучше не смотреть, это точно. Хорошо, паника наводит. Осторожно. Это я сам с собой разговариваю. Так, ну вот есть у нас сей аппаратик. Вот. Покажу, как он работает, в общем, и выглядит сей чудо вот так. ППК лазер. Покупали у них. Вот такая вот штучка. Начнем с самого интересного. Это метка своего какого-нибудь изображения или картинки. Для этого нам нужен файл формата BMP. Делаем на компьютере файл BMP. Можем преобразовать JPEG файл или PNG файл. Какой угодно формат, но ты его именно в BMP преобразуешь. По крайней мере, так у меня получилось. Вставляем флешечку. Создаем новый файл. Изображение. Ведь можем двигать его. Поиск. Флешка. U-диск. Распечатаем вот такую хрень. Так, здесь меняем высоту, там ширину, поворот. Скажем, если я сделаю здесь 90. Ага, оно совсем исчезло, да? Ладно, попробуем вручную. Вот, короче, можете видеть, как эта штука поворачивается. Инверс. Это сделать фон черным вместо белого. Так, print counter. Это у нас параметр именно самого лазера. Power, мощность, и delay, и задержка. То есть, с какой мощностью и с какой задержкой он будет рисовать. Как бы, как долго он держит луч. Ну, здесь в зависимости от материала. Вот у меня есть карбон, есть картон, есть фанера. Так что давайте заценим, как это работает. Ну, для карбона у меня есть параметры готовые. Мощность у меня здесь 34, а задержка 12. Вот, каунтер — это, ну, количество повторений, сколько вы сделали этого изображения. 0. Ну, ставите на 0, и как бы нужно будет ввести отчет, сколько вы напечатали. Вот. Нажимаем print. Да, в общем, сначала нужно сохранить. Потом печатаем. Все, печать готова. Появляется такая мигающая рамка. Просто нажимаем кнопку и все. И ждем. Ну, получается вот так. Глазами видно лучше, чем камерой, но во всяком случае. Картон. Перед тем, как поменять параметры, жмем стоп. Ставлю здесь 60. Здесь 24. Будет жестко вонять. Печатать должны. На лазер лучше не смотреть глазами. Вот такой у нас получился лягушонок. Вот и МДФ у нас
Ну, можно любую деревяшку, что хотите. По сути, картон и дерево это одно и то же. Сделаю время задержки больше, чтобы он почернее линию почетче рисовал. Не забываем перед тем, как заменить параметры, нажать стоп. Fill. Ну, это если вы печатаете текст, он просто толщину линии увеличивает. Так вот получилось. Но это еще не все. Есть такой материал, как алюминий. Печатать на нем довольно тяжело. Чтобы печатать здесь на алюминии, так просто не прокатит. Нужно будет делать черный фон. Мощность мы выставляем 100, потому что это максимальная мощность. Задержку я ставил 180, и в принципе было неплохо. Обновили. Все, можно печатать на алюминии. Ну, осторожно, конечно. На это лучше не смотреть, это точно. Ну, в смысле, глазами на лазер не смотреть, это больно. Так, это будет довольно долго. Просто материал, он отражает свет. Нужно что-то, что его, так сказать, не отражает. Но я покрасил просто маркером обычным, черным. Ну, скажу так, он, ну, минуты две будет печатать. Так что пока поставлю на паузу. В общем, вот так получилось.